Японская делегация во главе с президентом Атомного промышленного форума Японии Такуя Хатори посетила горно-химический комбинат в Железногорске. Основная цель визита – знакомство с опытом работы предприятия. Особенно гостей интересовала технология обращения с ядерным топливом и его перспективной переработкой. По словам господина Хатори, сейчас это главная задача мировой атомной энергетики. Как известно, в Японии построен завод в Ракашо по действующей французской технологии. На горно-химическом комбинате создается завод уже следующего поколения. И если, например, японские автомобили явно превосходят российские, то в атомной отрасли ситуация обратная. Причем не только в технологиях, но и в концепциях. Это объясняется тяжелым положением, в котором находится японская атомная отрасль после Фукусимы. Не исключено, что железногорские технологии помогут найти решение и в Японии. Прежде всего, мы говорили об инновационных технологиях, которые у вас здесь активно разрабатываются. Как вы знаете, у нас в Японии сейчас очень тяжелое положение, которое связано с ситуацией на Фукушиме. В итоге наших совместных дискуссий мы рассчитываем прийти к общему решению по дальнейшему сотрудничеству. Это обмен мнениями о будущем развитии атомной энергетики. Вы слышали? Хатори-сан сказал, что главная проблема – это обращение с отработанным ядерным топливом. И, конечно, мы хотим узнать тот опыт, который есть в Японии, положительный, те лучшие технологии, для того, чтобы можно было их применять здесь у нас на площадке. Также японская делегация в Железногорске встретилась со спортсменами секции кендо и посетила храм Михаила Архангела. Дополнила программу визита и красноярская часть с посещением Краеведческого музея и СФУ. Конечная цель российского турне японских атомщиков – выставка «Атомэкспо-2014» в Москве.